Так сложилось, что храм у нас маленький, а алтарников много. И мы по очереди помогаем в алтаре по мере сил и способностей. Коллектив подобрался разновозрастный, разношерстный, и у каждого есть чему поучиться. Знакомьтесь, это Артем. Он самый сосредоточенный молитвенник. Я пытаюсь брать с него пример, но получается не очень. Это Николай. Нет, Коля. Он самый улыбчивый и смешливый. У меня так получается только на сцене, а в жизни я беру пример с него. Это Дмитрий. Он самый многодетный и мудрый. Мне уже поздно брать с него пример по обоим критериям. Это Артур. Георгий. Он обладатель самой правильной правоты. Даже не пытаюсь брать с него пример, что выросло, то выросло. Это Никита. Он единственный из нас работает руками. Я бы взял с него пример, но мои руки выросли из другого места. Это Олег. Он самый старший из нас. Даже мне нудному не удается так чисто прибрать в алтаре. Пример для молодежи. Это Андрей. Он в алтаре вырос. И знает все лучше всех. Вот пример квалифицированного алтарника. Это Серафим. Он самый молодой, и перед его глазами много достойных примеров. Серафим старший, сейчас в армии. Пожелаем ему благополучного возвращения. Есть, правда, еще один клоун, но какой с клоуном пример?